Сейчас продолжает дальше бороться. Евгения Канаева предлагает какой-то невероятный уровень борьбы. И дальше, потому что второй раз подряд она получает оценку 18-750. Вы видели, как она энергично била в ладоши, приветствуя выход на ковер Ольги Капрановой. А может быть и свою оценку, не знаю точно. Но уверен абсолютно в том, что Ольге сейчас надо сотворить нечто неописуемое, чтобы такую оценку превзойти. Ольге надо просто сделать то, что она умеет делать. Это Дон Кихот, хитрый. И все ее элементы, как говорится, сейчас сделают все хорошо. Я думаю, что она сможет побороть Женю. Держи. Браво. Ну что скажете? Это какая-то, скажем так, это была даже не грань разумного. Нечего. Нет, есть чего, я пытаюсь сформулировать. Это даже не на грани разумного риска, а за гранью риска безумного. И как, находясь в этой экстремальной зоне, можно сохранять твердость духа, я плохо понимаю. Да, понимает это только... Я понимаю, как натренировать тело. Понимает это только Ирина Винер, которая там стоит. Я не очень осознаю, как натренировать дух. Ну да. Чтобы такое делать четко. Причем безупречные элементы, вот безупречные. И работа предметом, и все, но это нереально. Вот этот бросок, например, хотя бы возьмите. Что не элемент, то хит, как говорится. А ловля... скажем так, шеей. Это вот как? Это нормально для Оли Капрановой. Да, вот только не для всех остальных, правда? Да.